кружочек. Кружочек. Мы опять столкнулись с той же самой проблемой. Апельсины висят в воздухе. Как их посадить на плоскость? Поставить под ними тень. Опять же, мы помним о том, что тень — это у нас нечто сиреневатой помеси. Значит, сиреневый — это у нас синий плюс красный. Можно чуть-чуть добавить туда коричневого. Коричневый чуть-чуть облагородит этот сиреневый. Как добиться сиреневого цвета? Сиреневый цвет бывает разный. Например, вот я взял красный, взял синий, смешал. У меня получился какой-то там сиреневый цвет, но он темный. Как проверить, в пользу чего он? В пользу синего, его темность, или в пользу красного? Чуть-чуть добавляю туда белил. И вот сейчас совершенно очевидно становится, что у нас сиреневый цвет в пользу синего. Я добавляю сюда красный и опять чуть-чуть разбела. Теперь у нас сиреневый в пользу красного. Добавляю сюда чуть-чуть коричневого. И он приглушает этот цвет, делая его таким благородным. И на холст. Апельсин — это у нас круглый предмет. Солнце у нас падает сверху. Значит, самое светлое место, освещенное солнцем. И дублируем все это на соседних изделиях. Очень важно, вот эти два друга, они находятся в тени горшка. Помним об этом. Ну и теневая. Усиливаем свет. Можно долго и нудно писать натюрморты для того, чтобы вот эту очевидность понять. А можно написать такую симпатичную картинку. Выбирать вам самое темное место, теневой.
И предметы у нас, ну как миленькие, ложатся на плоскость. Вот не нужно бояться кривенькости данного предмета, потому что у нас всегда есть чем это поправить. Одна из самых распространенных ошибок. Вот, например, у нас вот этот круглый апельсин. Вот я его перетираю и опять делаю такое мутное пятно, начало. Что делает новичок? Новичок, сам того не осознавая, самое светлое место видит вот здесь. А самое темное место, причем очень жестко перебарщивая, видит вот здесь. Вот, у нас получился такой вот апельсин. Ну, он, собственно говоря, как был плоский, так плоский и остался. Вот, но мы-то с вами знаем, что самое темное место у нас на границе света и тени, то бишь вот здесь, вот в этом месте. Дальше у нас пошли, а это тут тоже темно, но пошли рефлексы от окружающих предметов. Что такое рефлексы? Это отраженный свет от окружающих предметов. Самое светлое место, ну, соответственно, двигаясь по логике, у нас тоже на границе света и тени. И в эту сторону тоже рефлексы. И вот предмет стал круглым. Значит, степень осветленности и утемненности, она приходит с опытом. Просто пробуйте. То есть сказать на глаз, насколько нужно затемнить здесь и насколько осветлить здесь, практически нереально. Пробуйте. Но помните, самое темное место – это граница света и тени. Не здесь, вот здесь. Ну и помните о том, что темность – это не значит черность. Это разные вещи. Ну, сейчас я поправлю, потому что он у меня стал из оранжевого, превратился в непонятный.